Всем привет, с вами вновь Антон Мартьянов. Продолжаем марафон идей по теме моей книги. Как все начиналось, можете посмотреть видео вот тут. Вот. Идея номер 24 сегодня. IT-система и приложение для поиска работы. Небольшая идея, но в рамках того, что я постоянно и регулярно кому-то помогаю, консультирую и так далее с целью и себя поддержать в хорошей форме и людям помочь. Она очень полезная. Вот, собственно говоря, экспресс-информация про мою книгу. Сегодня уже 24-й день. Все будет происходить 100 дней. Это немножко обо мне. DCM-эксперт, генератор идей. Сам поэтому книжку написал. Люблю помогать людям, обучать людей. Чем, собственно, я сейчас и занимаюсь. Основная мысль и миссия книги и YouTube-канала, который я создал – улучшение жизни человека. Я гуманитарий, экстраверт. Вот можете посмотреть видео, зачем я все это сделал. Там подробно на 3 минуты все рассказано. Итак, поехали. Зеленая кнопочка «Старт». Оп. Собственно говоря, определение. Digital Supply Chain Management, DCM-эксперт, да? Цифровая система управления цепочками поставок. Это моя любимая лучшая экспертиза. Что такое эксперт, тоже можете посмотреть. Кратенько добежали до реализации презентации, что и как. Задача продавца в данном случае заработать на идее. Ну, это очевидно, да, то есть создать приложение и его продавать. Задача покупателя облегчить поиск работы, купив IT-приложение. Ну, то есть хотите облегчить поиск работы, можете купить помогающую IT-технологию, которая для этого и создана. Ну и маркетинг все это разработать. Реализация. То есть, например, вы ищете работу. Для вас время – деньги. А процесс не приводит к результату. То есть вы ищете там неделю, другую, месяц, вторую, третий там, и так далее. И там все хаотично что-то происходит. Тут записали, тут почта, там это, здесь и так далее. Вот. Соответственно, здесь как раз должна быть потребность. А потребность какая? Сейчас очень длительный процесс поиска, большой воронка отсева. Соответственно, когда большой поток информации, то есть там на тысячи исчисляется резюме, и там на сотни коммуникаций с HR-ами, и там на десятки встреч, нужна какая-то система. Вот, соответственно, об этом и речь. Система не уникальная, она не гарантирует трудоустройство, но добавить один инструмент в ваш арсенал поиска, возможно, вам не хватает именно этого, именно эти приложения для поиска работы. Алгоритм. То есть берете там смартфон, скачиваете приложение, оплачиваете, оно направляет вас, что и как надо делать. То есть такой удобный Fiori дизайн. Аналог такой в миниатюре, да, ERP, CRM системы, там совсем чуть-чуть, как бы, да. То есть просто ERP это вы являетесь продуктом, и у вас есть набор характеристик, это ERP функция. CRM это функция общения как раз, ну то есть с клиентами, то есть часто с ним ваши клиенты работодатели и их представители. Их может быть много, несколько этапов, разные HR, HR меняются, там декрет, больничный, отпуск, там еще что-то, да, и у вас там вся эта информация консолидируется в течение поиска. То есть реально у меня случаи были, ряд, говорит, там начали с одним рекрутером, потом другой, потом уже там третий, и даже за этот период руководитель сменился, который заказывал людей. Ну, это вот на таком низшем уровне, где большая текучка кадров. Со всем этим никак не уследишь. Вот. Все в голове сейчас держать, но очень бесполезно. Соответственно, будет полный функционал в этом приложении от тренировки прохождения собеседования, ну, допустим, с каким-то роботом, как шахматы онлайн играете, да, либо запись видео какая-то с подсказками, что отвечать, до образцов джоб-офферов там и CRM-контактов, куда рассылали воронки, аналитики, напоминалки, истории и так далее. То есть микро для конкретного конечного пользователя, чтобы все было понятно, нажимать куда, чего, как. Ну вот можно разработать это несложно. Вот, вопрос только времени, да, и правильных бизнес-консультантов. Вот, цель ускорить и облегчить процесс поиска современными технологиями. IT. И регулярно, ну то есть вот я регулярно консультирую для поддержания формы, да, оказывается нет еще такого приложения, то есть ниша пустая, а спрос огромный. Вот. Старые техники, их подача, проработка и так далее очень устарели, все эти
бумажное резюме, там работные сайты и так далее. Нужно брать и применять для этого процесс на вооружение современной IT-системы, чтобы делать все четко, структурно, системно, оперативно, результативно. То есть весь процесс ставить на систему. В итоге идея огонь. Вижу нишу и целевую аудиторию. Нужно найти разработчика и сделать эти приложения. Я готов выступить бизнес-консультантом этого решения. Отдельно договоримся. Ну и бонусы. Скажите кодовую фразу «я хочу идею реализовать». То есть вы разработчик или там стартапер или еще что-то. Код 24, например. Да? И мы обсудим, чем я могу быть полезен в этом вопросе. То есть мой функционал. Анонс на завтра. Идея номер 25. Профессия будущего. Персонализатор. Ну, что делать? Профессия будущего тоже это хорошая идея. Это ниша. То есть, ну, выучив сейчас или там получив профессию будущего, это обеспечишь себя на несколько лет вперед работой эксклюзивной, спросом и так далее. Это тоже помогает в рамках поиска даже работы. Увидимся завтра. Мой YouTube-канал будет популярный. А почему? Я пишу и книгу вторую. 352 идеи на триллион. Как только эти идеи все реализуются, я стану триллионером. Всем пока. С вами был Антон Мартьянов.